Из Минобороны в эти минуты приходят сообщения о действиях нашей авиагруппировки в Сирии. За минувшие 5 суток самолеты ВКС России совершили более 300 боевых вылетов и нанесли удары более чем по 1000 объектов террористов. Как сообщил на брифинге представитель ведомства Игорь Коношенков, уничтожены 2 хранилища нефтепродуктов и 3 установки по добыче нефти возле города Дейр-эз-Зор. Там же ликвидированы десятки автоцистерн, ожидавших загрузки. Кроме этого, в провинции Алеппо бомбардировщик Су-34 уничтожил командный пункт одного из бандформирований группировки Ахра-Рашама. В провинции Хомс экипаж Су-24 нанес удар по скоплению военной техники боевиков ИГИЛ, сказали на брифинге. Yeah.